На целый вечер новая волна хлынула в народ. Телеканал Муз-ТВ уже 14-й год подряд проводит дискотеку в рамках конкурса. И в этом году в первый раз она проходит в городе Сочи. Ани Лорак, Алсу, Дима Билан, Николай Басков. Короче, вся звездная пена волны зажигает на открытой площадке в морском порту. Вход свободный и, разумеется, бесплатный. И с танцевальным заданием сочинцы справляются на отлично. Ну а сами артисты тем временем предаются ностальгии и вспоминают ее, свою первую дискотеку. И не у всех она была настолько зажигательной, как эта. Нервничали, выбирали долго наряды. А как правильно танцевать, чтобы не смеялись над тобой. Так что отсыпайся, Сочи, и жди гостей. Мы не заставим долго ждать.